Еще три. Есть желающие? Ну, я считаю, до пяти. Кто желает, выходите на сцену. Раз, два, три. А что, больше нет желающих? Четыре. Четыре с половиной. Юноша или девушка, вы кто? Это вы так в военмех? Это вы в военмех пришли? Ну ладно. А. Ну ладно. У меня больше нет желающих? Ну ладно. Ну, как вы понимаете, я же должен задать каверзные вопросы. Все, пошли. Вопрос первый. Какой кинофильм космонавты смотрят перед полетом? Да не тебя же спрашивают, ответ почти неправильный. Ну какой? А вы как думаете? А вы? А вы? А вы? Аналогично. А почему? Режиссерская работа! А почему? Режиссерская работа и правильно поставленные кадры. Это фильм показывает, как надо снимать. Что? Идите фильм сюда. Фильм показывает, как надо снимать. Идите сюда. Только расскажите, почему они смотрят именно белое солнце пустыни? Ваша версия. Если я не ошибаюсь, я слышал о том, что именно этот фильм снят правильно с режиссерской точки версии операторской работы. Он показывает, как нужно снимать кадры, которые потом попадают нам на Землю уже непосредственно из космоса. Это вы сейчас с кем говорили? С собой. Ну ладно, мы поставим этот вопрос как бы открытым. Я все-таки для себя уточню, потому что версия это другая официальная. Может быть и так. Ну ладно. Спасибо. Как ваше имя? Максим. Бегите на место, хорошо. Скажите имя первой женщины-космонавт. Терешкова. Имя! Егор, имя! Нина Терешкова. Надо раньше слушать. Те, кто сказали Валентина, могут остаться на сцене. Ну, тройка сама определилась, поэтому держите. Так пользоваться умеете? Аккуратнее сейчас. Я вам все покажу. Ну а пока давайте встретим замечательных девушек и подойдем к финалу нашего космического путешествия. Девчата, вперед!